Евгений, обожаю слушать твои размышления на разные темы. Большинство танковых стримов смотрю именно из-за этого. Спасибо тебе и удачи. Спасибо, Жень. Андрейка, паська, извини, но не ругайся так матами. Мне к Андрейке два вопроса. Когда люди пишут извини через Е, не хочется читать, но я сделал исключение, дочитал до конца, и Андрейка услышала где-то слово матершинное. Андрейка не подскажет, интересно, какое слово было сказано матершинным? Возможно, у Андрейки свой набор исключительно важных для него свойственных матершинных слов. Это загадка для меня. Боже мой, что? А еще раз, даст игра или все? Сейчас 20 лет открутки. Смотри, он сразу в шоке. Я сам в шоке, чувак. Так, не закрывай своего вкусного друга летчика. Убирай нахуй свое говно. Убирай. Убирай. Сейчас маску тебе дам. Боссан, игрой ВБРушной! Господи, что происходит? Я прям в этом 705-м узнаю себя, я так всегда играю. Типа ты, ну кто в маску может пробить, ну это нереально. Так, а это что там такое едет? А, он, смотри, тоже в потенциале может выкатить, но так и КДшница. Хэвик, ты что, хлебнул? Давай выходи там. Вот она, моя девочка. Сейчас выкатит И7. Обалдеть, ребят, такие пробития. Чтобы это самое. Люблю игру за то, что когда свелся попал. Фугас. Улыбаемся. Наше настроение. Помойка не испортит. Мы сопротивляться будем до последнего. Пу-пу! Я свожусь полностью. Нахрена? Надо стрелять с вертухи, я же на турбине. World of Tanks. В одном бою весь World of Tanks. Бой за 3 минуты со сведением никогда не попал ни в кого.